продал за 3 миллиона свой канал, поэтому в дальнейшем я буду снимать на его канале. Всем привет, с вами снова я, Бига, и сегодня я снимаю совместное видео с Региной Ро. Да. И сегодня мы хотим попробовать американские вкусняшки. Плюс челлендж Тофикс. Ой. И начнем мы с американских вкусняшек. Выкинем. У нас есть коробочка сырных крекеров. Обожаю сыр. Я, если честно, думала, что они будут больше. По фото они вообще побольше, как бы. Ожидания, реальность. Их так мало. Они... Знаете, просто тук. Похоже, да? Вот обычные печеньки. Угу. Но сыр очень хорошо чувствуется. Классно. Но мне кажется, к ним лучше с каким-то соусом таким. Неплохо. Сколько тут? 1000. 2000 рублей. Легче купить просто тук. Обычный, в магазине. И все. Да, лучше купить сырный тук, нежели чем тратить большие деньги. Но по вкусовым качествам, да, тут очень много сыра и приправы. Вкусно, но похоже очень на тук. Соленые. Мне понравилось. Короче, можете не париться, а сразу идти в магазин и покупать обычный тук. И жрать. Проверено. И следующее то, что мы попробуем, это конфетки Nerds. Интересно, как переводится? Давай переведем. Умник, лох, болван, тупица. Чё, простите? Судя по коробке, и так видно, что это лохи и полудурки. Ладно, попробуем. Попробуем лохов. Вкусно пахнет. А, я понял. Это виноградом пахнет. Да, это первая часть. Виноградная, та часть, это как бы это жвачка бубльку. Нет, это на две части поделено. Фиолетовые маленькие конфетки. Короче, мне это напоминает камушки какие-то разноцветные. У нас два цвета, это розовый и темно-фиолетовый. Это шарики для лохов, придурков и полудурков. Прям для нас, я прям отвечаю. Они вкусы отличаются как-то вообще? Угу. Такое чувство, как будто это малиновые, это виноградные. Да. Мне кажется, так и так есть. И есть. Я люблю малиновый вкус. Но даже немного пахнет малиной. Вот это. Они шипят во рту. Да? Они как-то растворяются. Короче, темно-фиолетовые конфетки со вкусом винограда. А розовые со вкусом малины. Я люблю малину. И еще они как бы взрываются так во рту, и они очень сладкие. С кислинкой. Их вот эти штучки, короче, на мороженое такое сыпишь, типа... И получается уже... И теперь самое интересное, это Toxic Waste. И переводится это как... Токсичные отходы. Да что за день сегодня такой? То полудурки, то токсичные отходы. И суть этого челленджа заключается в том, то, что нужно как дольше продержать очень-очень кислую конфетку у себя во рту. И тут даже написано, вот, 15 секунд это слабак, 30 секунд это плакса, 45 секунд это близок к токсик, 60 секунд это король токсик. Ну, типа, ты крутой, ты продержался. Бига, знаешь что? Мы сегодня будем королями токсичных отходов. Мне интересно уже, кто выиграет. Мне кажется, я, потому что... Проверим! Мы проверим это! Бумача! Баночка желтая с радиацией. Нам говорят, осторожно, конфеты очень-очень кислые. Вообще, баночка мне напомнила гулёп. Сверху вытекает зеленая радиационная слизь. Открываем. Посыпались конфетки! Вот так конфетки выглядят в упаковке. И их тут 16 штук. И их тут около 4 вкусов. Это вишня, зеленое яблоко, ягода. И, мол, самое-самое кислое это лимон. И,
мы поставим таймер на одну минуту. Поставила таймер? На одну минуту меня забрал оператор. Рукожоп! Так, таймер готов. Сейчас попробуем конфетки. Надеюсь, мы не сдохнем от токсичных конфеток. Знаете, они покрыты кислотой. Такой. Они даже не сладкие, а соленые. Я бы сказала. У меня уже они не кислые. Угу. Сладкие, да. То есть они просто покрыты. Голубая. У нас голубая, которую я ем. Такое ощущение, что это ежевика. У меня прям арбуз, арбуз. Блин, зелени больше нету. Язык горит. Прошло 60 секунд, зазвенел будильник, и мы короли Докси. Это не очень было сложно. Они просто покрыты порошком таким. У меня теперь язык горит. Я не чувствую свой язык. А? Это хорошо. А теперь наступил второй тур, и мы пробуем по две конфетки. Интересно, сможем ли мы продержаться? Две кислых конфетки. Я взял вишню и лимон. А у меня... Я взяла яблоко и арбуз. Так, открываю. Страшно, капец. Они похожи на конфеты, которые вот просто есть же. Доктор Моп от горла. Чтоб горло не болело у детишек. От боли и воспаления при сухом кашле. Лечит мама и доктор Моп. Вот, разных цветов бывают, смотри. Очень вишня и очень лимон. Фу, все по очень. Таким они ничего не пахнут. Я ем. Блин, мне страшно. Подумаешь, две конфеты. Ну, сдохнешь, так сдохнешь, я тебя под лестницей закопаю. Места много. Начинаем. Все? Да. Я зуб и языка не чувствую. Мне срочно надо воды. У меня в горле вот эта вся кислота стоит. А язык у меня горит. Мне кажется, ты тоже. Пришли, попили воду, и знаете, после такой кислятины нужно что-нибудь поесть или попить. Комыс, например. Третий тур будет очень жестокий, потому что мы сразу едим три конфеты. У меня со вкусом лимона, со вкусом лимона и со вкусом лимона. Почему? У нас даже воды нет, мы все выпили. Вау, а у меня получился светофор. В общем, мы короли отходов. Третий тур закончился. Мы съели целых три конфеты Тосикс. И это было просто ужасно, потому что они настолько кислые.
Я языка не чувствовала. Слишком кисло. У меня теперь вот тут вот кожа облазит внутри. Тоже у меня мягко там что-то. Не знаю, что-то мы натворили своим организмом точно. Не спрашивайте, где мы их покупали, потому что нам еще не заплатили. И вообще ни о чем не спрашивайте. Ну когда они, короче, пишите нам. Кавай-кавай. Ня кавай дес! Ставьте лайк, если вы хотите больше видео с Региной. Я знаю, что вы этого хотите. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, не подписаны. Ставьте лайки и пока! Скажи, Бига, мы сегодня будем... Я говорю? Да, короля. Я такая такси. Бига, знаешь что? Мы сегодня будем королями токсичных отходов. Мы сегодня будем королями токсичных... Чё за фигня? Быстрее, фингня. Русские девочки. Бига, знаешь чё? Мы сегодня будем королями токсичных отходов. Да! Отходов! Да быстрее! Сейчас я прилежусь. Сказала? Да. Наконец-то! Начнем. Они у меня уже потеют. Банка стеклянная. Коробочка пластмассовая. Хотите? Баночка стеклянная! Ну это ты стеклянная. Ну я-то да, у меня папа стекольщик. Ну-ка! Пишем. Давай. Пишем диктант. Сверху вытекает зеленая рациональная... Солнце мое. Подумаешь, две контакты. Что на самом деле для меня? Давай. Чё ты ешь? Придумал, прикольно. Ванту, посмотри. Не спрашивайте вообще ни о чем. Так, капитан.